27-28 ноября прошла 8-я международная онлайн-олимпиада «Абакус». Многие из вас в ней участвовали. Это более 650 участников из более чем 20 стран. В наше время, когда многие страны пока еще друг от друга закрыты, собрать такое количество участников более чем из 20 стран – это действительно огромное достижение, с чем мы поздравляем глобальную сеть Абакус-центра, ее руководителей, и преподавателей, конечно же, всех вас, дорогие друзья, наши ученики, родители, руководители центров. А кто же был участником? Участниками были все люди, знающие ментальную арифметику, возрастного внимания от 5 лет и до 40 лет. То есть и дети, и взрослые все вместе, дружно, в это непростое время поучаствовала в этой прекрасной олимпиаде. Когда я писал, я очень волновался, было страшно. Отлично. Ну, олимпиада была и сложной, и несложной. Я очень волновалась. Я волновалась. Когда я увидела, что у меня на Тергане очень большой результат, я обрадовалась. Для меня было самое сложное справиться с волнением. То есть ты все знал, но больше всего тебе мешало твое волнение? Да. Справиться с волнением. Тоже справиться с волнением, да? А в каком классе ты учишься? Сколько тебе лет? Мне 7 лет, я учусь в первом классе. Ну, сложного было... Ничего не было самого сложного. Все одинаково примерно. Даже не знаю. Все было легко? Да. Не столько, но хорошо очень. Я катался очень долго. Год. Год? Так что, друзья, олимпиадники, те, кто участвовал и не победил, или те, кто будет, слушайте внимательно от победителей информацию. Не меньше года нужно готовиться, чтобы стать обладательницей титула «Звезда», как наша милая Дашенька. 3 недели где-то я готовилась. Год. Год? Ну ты красавчик. Я желаю им удачи идти поставленной цели. Не волноваться. Я посоветую не волноваться, тренироваться прям много и верить, что займете хорошие места. Чтобы они добивались успеха и были такими же отличными, чтобы у них было всегда первое место. Больше всего заниматься. Больше заниматься. Это здорово, это здорово. А сейчас выйдет с нами эфир для того, чтобы разыграть наш финальный главный приз. Это iPad Air. Альмир, еще раз привет, добрый вечер. Все три условия мы обозначили, Альмир. Давай, барабанная дробь, и смотреть, кто же у нас получит iPad Air долгожданный. Что у нас там? Когда мы узнаем результат. И мы поздравляем, кто это у нас? Так, это Наталья Байкова. Да, они визы не получали. Сейчас я проверю, участвовали ли они в Олимпиаде. Все верно, все верно. Все верно, мы поздравляем нашего Романа. Вот самое интересное, что он только что выходил с нами на связь, желал всем успехов и говорил, что нужно усиленно готовиться. Собственно говоря, вот его процесс подготовки у нас на кадрах, и мы поздравляем. Это дело удачи. Мы уверены, дорогие ребята, девчонки, каждый из вас достоин приза, были подарены. Поэтому участвуйте в наших олимпиадах. Мы всегда делаем...